Всем привет. Новый Солярис 17 года. И столкнулся вот с такой вот проблемой. Если кто ездит на дальние расстояния и зимой налипает на передок снег, лед, все в перемешку, и это становится как бетон. И возникла такая проблема, то что у меня пропал звуковой сигнал, грубо говоря, гудок. Сразу волнение, паника, что делать, что за фигня. Гудок нажимаю, реле щелкает, а самого гудка нету. Звоню дилеру, говорю так и так, гарантийный ли это случай, если сдох гудок, потому что на форумах люди пишут, то что вероятность, что сдох сам гудок, его нужно менять. Дилер говорит, приезжайте, сделаем диагностику. Стоимость диагностики на сегодняшний день 2300. И если это гарантийный случай, то это будет все бесплатно. Но хрен его знает, гарантийный это случай или нет. Думаю, ладно, фиг с ним. Вот такую вот грязную морду. Решил хорошенечко промыть. Так сказать, заехал на самомойку и промыл всю морду, чтобы было как с салона. И аллилуйя, ребята, я был в восторге. Ну-ка, слушаем. Мать его, он работает. Так что возникнет такая проблема, не паникуйте сразу. Попробуйте просто промыть хорошенечко, сбить всю грязь, и я думаю, и проблема отпадет сама собой. Всем спасибо за просмотр. Всем хорошего позитивного настроения. Подписывайтесь. И до новых встреч. Пока.